Здравствуйте, друзья! С вами дядя Юра. У меня тут очередной, вернее, внеочередной ролик образовался. Спешу вам его предоставить. Дело в том, что в этом ролике появились несколько новых персонажей, ну, про которых нужно все-таки упомянуть и кое-что разъяснить. Давайте попробуем. Шуня, ты не против? Ну, Шуня не против. Тогда дело в том, что к моей внучке Соньке приехали подруги, и они у нас ночевали. Вот. Ну, знаете, как девчонкам интересно. Мы предоставили им второй этаж, и, ну, за то, что они у нас проживают, я их припахал. Ну, знаете, как три девицы. Ну, так как они ткать не могут, что еще? Пир тоже не очень у них получается. Рожать богатыря и брана. Я их припахал на уборку помещения. Ну, смотрите, что из этого получилось. А я попробую тоже вместе с вами посмотреть и порадоваться. Собирайся, Дюш. Кого еще к нам приедет? Ах, ах, ах. Давай, Дюша, сходи, смотри, кого они там еще. Привет, привет, Валинка. Все. Шунь, Шуня. Все, опять тебе спать на подоконнике. Не, ну что ж за красавицы такие? Непременно это отражу в этом видео. Видите, какие девчонки трудолюбивые. Сонька, и он Вика. Ну и Дюша тоже помогает, конечно. Сейчас он что-нибудь принесет. Дюш. Помогай, помогай девчонкам. Ваша задача пыль убрать и чтобы было красиво все. Нет, ну я всегда умиляюсь. Дюш, Дюша, не помогай девчонкам. Дюш, Дюша, Дюш, неси там. Дюш, стой, а ну, неси. Это Вике отдай. Вики, Вики. А он не знает, что такое Вика. Сейчас. Дюш, дай-ка сюда, не надо раскрывать. Дай-ка сюда. Дюш. Дюш. Отдай Соньке. Где Соня? Дюша! Поддай Соньке, говорю. Нет, ну ладно, давай мне. Все.
Нюш, хватит кусать. Неси лучше веник. Хрюша, неси веник. Там в коридоре. Девчонкам заноси. Девочки. Отдай. Все, хватит. Помощничек. Все. Если что, Дюшку спросить, он там принесет, там что принести, воды там налить. Он нальет. Нальет, если да. Освобождаете место, начинаете пылесосить. Вот там у вас, потом переведите, заделайте. Да все, начинай, Вик. Сейчас она заедет, а то самое. Пицца-то ваша приехала с этими вкусняшками. А София где? Смотри там, Вик. Заехал, нет? О, как ворота закроет, можете бежать встречать. Юж, стой. Не надо без спросу. Сейчас она ворот закроет. Так, понятно. Сонька, короче, не... ну, еще ей минусик в карму. Может, накинешь что-нибудь? Посмотри. Да вот, Марк. Юш, ну все, надо. Можешь бежать. Все, пошли. Ой, что это я в тапочках? Да и не в тапочках, какая разница. Беги, беги, София, помогай. Вам это привезли. Дюша, помогать. А где Ларочка, Дюша? Проходи, проходи. Ну а ты, София, как ты будешь помогать, если ты сама себя не держишь? Ой, ну да. 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 Ты брала мне с телефоном, с наушником свой, потому что я твой телефон спускала. А. Я еще просто еще хотела. Зайка. Юш, принеси колбаски. Дюш, разве это колбаса? Колбасу прийти, Дюш, неси, неси. О, вот ты зайка. Сиди. Зайка. Чего ты, Дюш?
засниму, как вас кормят. Кого? Ложку. А, ну вот. Чего? Вон. Нет, вот. Ларис. Чего? Ну вот. А, вот этим, а я вот этим платила. Шум, ты какой богатый-то. У нас только нету еды. Пусть Дюшка тащит эту. Шунь. Дюшке дай. Пусть несет эту. Давай, сковородку давай. Дюш. Нет, вот это. Неудобная. А нельзя за ручку схватить? Да, спасибо. Шунькину еду ешь. Кошечкой станешь. И ушки отвалятся. А, будут такие, как у Шуни. Так, этот ест. Этот. Тоже будет? Да. Ой, блестит. Может даже куда-нибудь выехать. Показать? Ну да. Так это их. Люди. Ларисик. Сейчас тебе. Дюш, Дюш, куда? Иди сюда. Дюш. Здорово. Я чай собираюсь пить. Принеси мне конфетки. Дюш, стой! Куда? Куда? Ты перебьешься, Лариск. А он себе чай. Ну, чего? Дюша. Ну, давай что-нибудь такое. Конфеты неси. Тащи. Стой, Дюш, стой. Стой. Дюш, стой. Иди. Иди. Дюш. Тащи. Это вкуснее. Да, да, да. Только не пойду. Ой-ой-ой. Дюш, иди сюда. Разбилась? Да. Все, хватит, досмеялись. Забирай, а то это сам. Эх, девчонки вчера пылесосили. А Дюша сейчас поваляется. Хрюня. Хрюнь. Дюшка, Дюш, стой. А как же, Хрюш, принеси конфет Ларочке. Стой, Дюша, иди-ка сюда. Вот. Куда пошел? Куда? Вон они. Вон, Дюш, я тебе ж показываю. Вон конфетки, где стоят. Вот. Вот. Нет? Вот это. Дюш. Ну все, ну наконец-то. Ух, мамочки родные. What?